Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Белоруссия запустила производство боевых патронов. На территории Белоруссии начало работу первое предприятие, которое будет заниматься производством боевых патронов для стрелкового оружия. Генеральный директор предприятия Алексей Скрага заявил, что данная деятельность призвана обеспечить безопасность государства. Данную информацию сообщает Интерфакс. В своем интервью белорусским средствам массовой информации Алексей Скрага сообщил, что собственное производство патронов позволит снизить риски наступления ситуации, когда в стране не останется боеприпасов, а продавать их Белоруссии никто не захочет. По словам генерального директора предприятия, президентом Белоруссии Александром Лукашенко была поставлена задача наладить производство боеприпасов в первую очередь для удовлетворения потребностей вооруженных сил. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.